Алексей Глазачев, предприниматель, диплом получил в университете имени Достоевского. Сейчас директор продуктовой компании «Крестьянское подворье». Проект работает при финансовой поддержке бизнесмена Виктора Шкуренко. В поисках поставщиков для своих магазинов Алексей Глазачев проехал более 30 тысяч километров по Омской области и соседним регионам. Лично встречался с производителями продуктов питания и фермерами. Активно участвует в общественной деятельности и образовательных проектах. «Крестьянское подворье» – магазины, которые кардинально отличаются от системы супермаркетов. Продукция на полках, можно сказать, эксклюзивная. А в книге жалоб претензии не на качество, а на количество товара и на то, что он быстро заканчивается. Есть ли место доверию в бизнесе? Место для доверия в бизнесе, несомненно, есть. Но для того, чтобы потом не создавать потенциальных напряженных ситуаций, однозначно стоит предусмотреть заранее какие-то узкие моменты, как можно шире. И проговорить порядок действия в их случае, чтобы потом, скажем так, доверие не сменилось разочарованием.